Друзья, всем привет! Есть не очень хорошие новости. Все слили исходники Counter-Strike Team Fortress. Это файлы 2017 года, но тем не менее это открывает многие двери от удобного внедрения читов до полноценного проникновения в ваш компьютер. Valve же сообщает, что в целом игра сейчас безопасна, но с припиской «но» о том, что на публичные сервера, созданные людьми, сейчас лучше не заходить. Довериться ли полностью подобной информации или быть еще более осторожным и, например, вовсе ограничить заход в игры на дышке Source, решать, конечно же, сугубо вам. X, который является автором искусственного интеллекта для поиска читеров, пытается в Твиттере также успокоить народ различными постами и заодно предотвратить о том, о чем я сообщил вам до этого. Например, он сообщил в одном из твиттеров, что на торговую площадку подобная утечка файлов повлияет мало. Заниматься копированием шмоток из игры людям не удастся. Ну и также другим твиттером он предположил, что если движок выйдет в ближайшее время, то это скорее всего из-за этой публикации исходных файлов Counter-Strike и Team Fortress, а не по каким-либо еще причинам. То есть это будет вынужденная мера, потому что борьба с читерами теперь станет гораздо сложнее, чем прежде. По закону же, тот, кто сделал эту публикацию, явно попадает за решетку и влетит на крупный штраф. Но за всеми подробностями следите у меня в группе. Буду стараться отписывать там в первую очередь о том, что к чему, по мере поступления новостей. Ну а в целом паниковать, думаю, не стоит. Компания чисто логически должна, в первую очередь, позаботиться о безопасности игроков, а в дальнейшем начать перекрывать все утечки, что могут повлиять на игру, если такое возможно. Так что всем спокойной игры без читеров. И удачного трейда. Но мы с вами скоро увидимся.